Всем привет, вы на канале NLF. Зачитаю новости криптовалюты. MasterCard позволит своим клиентам совершать покупки NFT напрямую. Зачитаю. Международная система денежных переводов MasterCard расширила сотрудничество с NFT-платформами, чтобы позволить 2,9 миллиарда своих клиентов покупать цифровые коллекционные предметы напрямую. Дальше зачитаю. MasterCard объявила, что работает над функцией покупки невзаимозаменяемых токенов напрямую с платежной карты. Компания договорилась с несколькими ведущими торговыми NFT-площадками, чтобы позволить пользователям не покупать предварительно цифровой валют, чтобы приобрести цифровой предмет коллекционирования. Зачитаю. Интеграция предназначена для того, чтобы сделать криптовалюты более доступными и помочь экосистеме NFT продолжить расти, внедряя инновации и привлекать большие поклонников. Ну, это понятно. NFT и на MasterCard тоже внедряет. Да, новость хорошая. MasterCard сотрудничает с такими площадками, как VSandbox, Nifty, Gateway, Mintable, Candy Digital, Immutable X, а также с поставщиком инфраструктуры Web3 MonPay. Сейчас компания работает над улучшением безопасности для клиентов, чтобы даже неподготовленный потребитель не смог разобраться в механизме работы новой функции. Впервые о функции покупки NFT с помощью карт было объявлено в январе. Совместно с криптовалютной биржей Coinbase он разработал сервис, который, как заявляет в компании, позволит пользователям покупать NFT так же легко, как смартфон или футболку. Интересно. Решение добавить функцию основано на опросе компании, в котором участвовало порядка 35 тысяч респондентов из 40 стран. Согласно результатам, 45% потребителей либо уже владеют NFT, либо рассматривают возможность приобретения. Еще 50% заявили, что заинтересованы в более гибких вариантах совершения покупок. Вот интересно, друзья. Ранее компания подписала соглашение с бразильской компанией Mercado Libre об обязательности повысить безопасность и прозрачность криптоэкосистемы бразильского онлайн-магазина. Вот, друзья, как вы считаете, напишите под комментариев. Ваши лайки тоже жду, друзья. Вот. MasterCard позволит своим клиентам совершать покупки NFT напрямую. MasterCard внедряет NFT. NFT это онлайн-картины. Вот сейчас смотрите вот эту картину. MasterCard написано. Примерно такие картинки NFT называют. Их невозможно потрогать. Короче говоря. Вот мой на YouTube канал мой. Приходите в гости, друзья. Смотрите мои видео. Лайкайте, комментируйте. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Back a year ago.